Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Nissan Qashqai 2012 года выпуска, автомобиль оснащен мотором 1.6 литра на автоматической коробке передач, вернее на вариаторе, красивый белый цвет, чисто ухоженный салон, приятная комплектация, переместимся в автомобиль, мы вместе с вами там все подробно рассмотрим. Кстати, имеется умыватель фар, здесь у нас с вами чистый аккуратный салон, сиденье, карты, дверей выглядят хорошо, спереди у нас с вами тоже приятный салон, сиденье, карты, двери, а также панель, водительская дверь. Выглядит тоже все красиво, хорошо. Итак, давайте пробежимся по комплектации. Как видите, у нас с вами имеется мультируль, 4 стеклоподъемника. Есть датчик света. Также есть датчик дождя. Здесь у нас с вами располагается регулировка зеркал. Кнопка отключения стабилизации, умыватель фар, который я вам показывал. Корректор фар. Также есть подогревы передних сидений, центральный замок. Это сама коробочка передач. Здесь у нас с вами располагается двухзонный климат-контроль. Также имеется камера заднего вида. Сейчас включим заднюю передачу. Пожалуйста, камера заднего вида тоже все работает. Все четко. В комплекте будет ключик вот такой вот. И пробег у нас с вами на автомобиле составляет 154 тысячи километров. Мотор ровненько работает, ошибок никаких не горит. Данный автомобиль находится в наличии в автосалоне столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если вас все устроит, машину вы сможете у нас приобрести по системе Трейдин в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, желаем хорошего настроения. Всем доброго, до свидания.